Дети – будущие взрослые, но ждать они не желают. Уже сейчас малышам нужно все, что есть у больших. Девочкам – туфли на каблуках, мальчишкам – машинки и всем без исключения – современный Android-планшет. К счастью, теперь индустрии есть, что предложить маленьким ценителям высоких технологий. Сегмент детских планшетов постепенно растет. В нем появляются новые интересные модели, например, вот это Qumo Kids Tab. С первого взгляда ясно, что это именно детский девайс. Создатели постарались сделать аппарат максимально удобным для маленьких ручек, о чем говорит нестандартная форма корпуса с надежным хватом. Продуманная эргономика дополняется яркими и сочными цветами. Все интерфейсы и органы управления вынесены на верхний торец устройства, что исключает случайные нажатия. Вот здесь кнопка включения, слот для карт памяти, microHDMI-выход, полноценный USB-разъем для подключения 3G-модема или флешки, мини-USB-порт, 3,5-мм аудиоджек, микрофон, кнопка возврата назад и качелька громкости. На торцевой панели расположена 2-мегапиксельная камера и решетка динамика. Габариты Qumo Kids Tab отлично подходят малышам. У планшета 7-дюймовый дисплей и небольшой вес – 410 граммов. Кстати, о дисплее. Он построен на базе качественной IPS-матрицы разрешением 1024 на 600 точек. Такой экран корректно отображает цвета даже при измененном угле просмотра и не вредит детским глазкам. Сам планшет работает на базе операционной системы Android 4.1, которая в дуэте с фирменной программной оболочкой Muffin Kids предлагает отличные возможности настройки и кастомизации, а также поддерживает функцию родительского контроля. Qumo Kids Tab готов к общению с самыми маленькими пользователями благодаря богатому набору предустановленного программного обеспечения. Развивающие игры, книги, учебники, справочные материалы и всеми любимые мультфильмы – все это доступно детям и их родителям прямо из коробки. Процессор ROG Chip 3066 с двумя ядрами Cortex-A9 частотой 1,5 ГГц и 1 ГБ оперативной памяти отвечают за производительность планшетного компьютера. Такой начинки достаточно для стабильной работы и уверенного выполнения повседневных задач. Также стоит отметить довольно большой объем встроенной памяти. У Qumo Kids Tab аж 16 ГБ для хранения данных, плюс есть слот для microSD-карт. Помимо уже упомянутого USB-хоста для подключения 3G-модема, планшет имеет Wi-Fi-модуль для уверенного соединения с сетью. Маленькие обладатели Qumo Kids Tab смогут самостоятельно искать дополнительные учебные материалы или новые увлекательные игры в интернете. Наконец, аккумулятор емкостью 4200 мАч обеспечивает до 6 часов автономной работы устройства. Это отличный показатель для полноценной работы с планшетом и в то же время своего рода естественный ограничитель времени, проведенного за экраном, чтобы малыши не слишком увлекались. Qumo Kids Tab – это высокотехнологичная точка доступа к целому миру цифровых развлечений и одновременно современный инструмент для развития, обучения и творчества малыша. Словом, все по-взрослому. При этом родители всегда знают, чем занято их чадо и могут контролировать деятельность ребенка. Это и многое другое в интернет-магазине «Связной».